Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы продолжаем играть в Craft the World, уровень 4. Так, давайте немножечко ускоримся и поручим нашим гномам. Что мы им поручим? Добывать все то же самое, что они, в общем-то, добывали. О, истинный гном, открыто достижение, отлично. Так, что бы это только значило? Надеюсь, что-то хорошее. Ну и давайте угля добудем, раз уж мы тут. И, в принципе, уголь рядом. Воды, в принципе, добыча идет, я как посмотрю. Они лазят, во всяком случае, за водой, вон, с ведрами даже. Это радует. Так, книга мага сойдет. Давайте все выкапывать. Нам много чего пригодится. Так, тут имеет ли смысл углубляться? С большой долей вероятности, да. Для этого надо подсветку сделать. Ну, за водой они продолжают нырять. 22 воды немного. Поэтому пускай ныряют. У нас еще и неработающие есть. К сожалению. Так, все, пока. Что у нас тут? Какие варианты? Так, ну тут это чупакабра. Давайте сюда ворвемся. Сразу подсветку. И добыча всего, чего только можно, сразу развернется здесь. Немножечко упростим. Так. Что тут за упыри местные? Тут уже прям какие-то набеги на нас. Давайте вот это все разберем, сломаем. Так, похлебку не хочет есть. Докатились. Ладно, какие у нас тут варианты? Давайте им пока что хлебушек предложу. Пускай хлеб едят, раз от похлебки хворотит. Дальше. Нам надо придумать какую-то действенную систему обороны. Но что-то идей-то и нет таких, как таковых. Вот эти двери на более крутые двери заменить. У нас же есть более крутые двери, да? Давайте удалить деревянную дверь, удалить деревянную. И, кстати, помимо двери у нас сейчас стальная дверь появится. Ну ладно, железной, думаю, хватит. И вот железный люк. Заместо вот этого супа. Деревянный люк тоже удаляем. Меняем все на это, на железо. Тут у нас уже более-менее все укрепилось. Сюда теперь такую дверь. Сюда такой люк. Сюда такую дверь. И у нас уже как-то более-менее чуть-чуть оборона получше. Так, дальнейшие наши. У нас вот эти вышки не страдают от нашествия врагов. Вот это, конечно, проблема. Поэтому с этим надо как-то бороться. Так, давайте пшеничку добудем. Острижем. И вообще бы здесь вниз неплохо углубиться, да? Но имеем то, что имеем. Так, добудем все вот эти вот прелести. Также вот это все. А давайте уже вот так вот, оп. Оп. Так, что-то они все внезапно занятые. Здесь мы железком это все укрепили. Дальше. Каменные стены. Каменные стены.
Так, стоп. Заменить земля. Давайте заменим. Так, везде ли они достают? Вот в чем вопрос. Ну вот так по-любому должны везде доставать. Я надеюсь, они сейчас это оперативно у нас заменят. А то как-то совсем некрасиво. И что-то надо придумать. Вот это окно тоже. Вот ни туда, ни сюда. Так, выкорчевал. Заделай. Так, что вы тут? Так, уходите. Это тут чёрт-шельник мотается. Вот горемыка. Так, спать. Чё тупишь? Понятно, у нас тут пока движуха идет. Хорошо. Здесь у нас есть тоже что подобывать. Там есть что. В общем, повсюду есть что подобывать понемногу. Дальше смотрим, что нам нужно было по вооружению. Так, серебро. У меня золото появилось. Или нет? Так, до золота чуток не добил. Совсем чуток. Давайте серебряных стрел немного сделаем. В принципе, где-нибудь мы их используем. Что-то прям так много получается. Ну ладно, лишними не будут, наверное. Что еще мы тут можем? Мы можем часы с кукушкой. Да, допустим, дополнительно. Я надеюсь, этого будет достаточно. И сейчас мы в золото будем одеваться. Так, тут все доделали. Чтобы тут по дизайну-то изобразить. Вот честно, идей таких здравых нет. Поэтому будем что-нибудь экспромтом, так сказать, придумывать. Поэтому, так, каменные колонны. Кстати, мы их куда-то хотели пристроить. Но для начала нужен, наверное, мост. Давай еще где-то вот столько. Так, мост сюда же встанет. Так, хорошо, закрыли эту технологию, у нас открылись. Но эти технологии у нас уже давно открылись. Типа башни Тесла. Только вот куда опять Тесла ставить? Вот на эти выемки, что-то не вариант, что это выгодно. Теперь такая дилемма, что же делать? Здесь передняя земля. Заменить земля. Давайте корень. Передняя земля. Давайте вот так в круговую уже. В круговую. Остальную стену возводим. По возможности. Вот здесь у меня какая-то лабуда, конечно, растет непонятная. Так, колонна. Колонна, колонна. Где тебе тут будет место? Чушь. Чушь. Так, опять вы что-то тут придумали. А что вы придумали-то? Что-то бегают, какие-то хороводы водят. Чего хотят, вообще непонятно. А, вы тут за водой лазите. Какие молодцы. Так, ты нафиг там сейчас утонешь.
Так, плыви. Плыви, бро. Так, да, давайте, наверное, похиляем. Кто у нас тут еще такой на грани? А ты? А он тонет нафиг. А, да. Веселые маги. Так, у меня магов сколько? 2. По крайней мере. О, этот маг 88-го такого левела, я бы сказал. Он серьезный. Так, воин шахтер. Лесоруб воин шахтер. И еще и лесоруб. Более такой прокачанный. Так, маг мой последний. Давай мы тебя тоже качнем. Хотя бы немного, чтобы ты мог какую-то конкуренцию составить тому крутому магу. Так, гномы тупо тонят. Тонут. Тонят. Как вам? По-моему, ничем не помогло, да? Так, ладно. А нет, помогло немного. Но все равно им тут плавать не очень что-то. Так, вы откуда все лезете? Что тебе надо? Отлично, отбили. Итак, как нам так Тесла разместить, чтобы ее нафиг не снесли тут же? Это, конечно, хитрый вопрос. Достаточно-таки. Здесь мы равняем. Блин, мимо. Отлично. Заровняли. До золота еще не добили чуток. Дополнительный склад, стальная дверь, лифт. Что из этого всего мне нужно? По идее, лифт. Давай факел. Деревянный люк удалим. Сделаем вообще лифт сначала-то. Потом уже будем прицеливаться. Тут надо всего лишь колесо. Ну, давайте там штуки 4. Они так или иначе нам понадобятся. А ну, их еще пока нужно сделать. Дальше, это чудо-мост. Сюда. Потом заходим в предметы роскоши. У нас тут куча всякой ерунды, прямо скажем. Но мы ее куда-нибудь сюда. Куда еще там портреты можно? Сюда. Так, хорошо. Еще одну технологию продвинули. У нас теперь... Что там? Вот, наконец-то золото. Золото у нас в достатке. Угля вроде тоже есть. Ну, давайте, погнали. Сколько мы сможем? Надо как можно больше золотых слитков. Да, я почти технологию сейчас закрою. Просто на одних слитках. Отлично. Ну и потом будем из золота что-то варганить. Сейчас мы, конечно, пупеют работать на этой почве. Так, кровати у нас сколько? 3, 4, 3 на 4, 12. Так, опять вы тонете. Так, греби. Так, вы достали. Надо отменить им это указание, а то они что-то... Не очень плавают, ну хотя гномам не свойственно вообще хорошо плавать. Получи. Давайте этого тоже выберем. Так, ну иди сюда. А. Так, хорошо, выбрать гнома. Так, выбрать.
Да чтоб тебя. Так, нафиг. Перекрываем сюда доступ. Просто, чтобы они уже не лазили. Я думаю, воды они 52 единицы воды. Наверное, так это говорится. Добыли, в общем. И это будет пока что достаточное количество. И все, им сразу заняться аж нечем. Как, кроме как тонуть, им больше и заняться было нечем. Хорошо, давайте тут это все добудем. Так, отлично, у нас теперь золото появилось. Немножечко мифрила. Немного серебра. Такого всякого. Стекло нам тоже достаточно важно. Камень. Ну и все пока что. Давайте две Тесла зарядим. Так, ну Тесла это понятно, надо еще лифт. Золото, колесо, ну, у нас все эти комплектующие есть, что здорово. Ой, веревки мне что-то вообще, вагон просто, за место кровати. Ну так, сейчас там снесут, так, снесли, и вот сюда лифт, будь так добр, размести. Хорошо. Я думаю, нам тут нужен тупо второй этажик. Да, нам, в принципе, надо типа ловушки что-то такое отбахать. В которую будут попадать. Мы можем, чтобы не париться на эту тему, сделать даже из земли. Давайте пустим. Я, кажется, придумал, что нам может помочь во всем этом деле. Давайте хотя бы тупо из земли это все построим. Надеюсь, я правильно сейчас мыслю. Надеюсь, мне это удастся воспроизвести то, что у меня в голове родилось. Нам просто надо такую систему построить, чтобы они нам шли, в общем, к нам нужным образом. Должным даже, я бы сказал, образом. Вот, и вот это вот будет сейчас необходимо сделать. Так, отлично. Тут пошли вторые ряды. Так, хорошо. И теперь мне надо будет делать как-то траву вот эту всю нафиг выкашивать, соответственно. Здесь надо стенку делать. Давайте стенку, тут стенку. Да. Здесь, пожалуй, вот так, вот так. Сейчас попробуем вот это все провернуть. Если получится, то я думаю, это будет более эффективная такая оборонительная позиция, чем, ну, чем есть на данный момент. Так, хорошо. Они должны падать, идти. И идти куда-то сюда. Соответственно, нам тут тоже надо закрыть. Давай-ка здесь тоже закроем. У нас гномы умудряются еще бездельничать, поэтому отправим их собирать всякое. Вот эти всякие... Оу, так, обработку золота закрыли. А после золота у нас идет мастер брони мифрил. Ну, до мифрила осталось не так много. Здесь у нас всякие продвинутые вещи появились, типа витражей. Для этого нужна глина. Так, нет. Давайте глину создадим отдельно, чтобы потом у нас как бы с ней проблем-то не было. Вода, это земля есть у нас. Поэтому глину мы без проблем создаем. И, соответственно, сможем сейчас витражей парочку создать. Для этого надо еще парочку красок.
И теперь витражики. Витражики — это достаточно круто. Они дают достаточно много комфорта. Дайте 4 витража. Ладно, тем временем мне главное здесь сейчас разобраться с тем, что я тут запланировал. Запланировал я нечто хитрое. Так, давайте вот тут все теперь закрываем. Внезапно так. Да чтоб тебя здесь. Это мы все убираем. Здесь у нас понеслась, получается. Так, так. Так, так, так. Хитрая, в общем, постройка. Но я надеюсь, более-менее рабочая. О! Веселый, блин, десант. Так, с едой напряг небольшой. Надо что-то такое придумать. Блин, а? Можно тупо мясо, вот такого жареного, к примеру, да? Сушеные грибы. Грибное, типа салатика, вот это вот. Пироги. Вот это все можно экспериментировать с этим всем. Так, нет, не удаляй. Вам, в принципе, есть-то есть, что, чего вы переживаете. И доспех. Так, золотой. Погнали. Сталь. И уголь. Раз, два, три, четыре. Так, все кончилось. Сталь у нас еще есть возможность. Так, сейчас за углем еще отправимся. Активно его надо будет подсобрать. Здесь вот таким образом поступаем. Так, хорошо, что еще-то нам нужна будет там подсветка. И, в принципе, у меня такие лампы. Да, я думаю, это будет получше, чем обычные. Так, ну, как-то так, да? Давайте сюда. Сюда. Ну и погнали, погнали. Последний этап нашей стройки. Заключительный. Ради всего, чего, собственно, все тут затевалось. Чтобы сделать небольшую такую схему, по которой, в общем-то, враг будет обязан двигаться. Так, этот с ружья отстреливается. Красавчик. Угля, кстати, достаточно много. Я бы даже, наверное, где этот быстрый сбор, чтобы, допустим, гномов наших не гонять по 100 раз. У нас как бы с маной-то проблем нету пока что. Но мы их себе создадим. Так, вот кучу маны я потратил, но надеюсь. Большое такое количество ресурсов соберу. Вот тут еще можно. Отлично. Так, давайте посмотрим. 110 угля, нормально железо. Единственное, что по мане, конечно, это мана затратно, но у меня есть чем восполнить эту потерю, поэтому это не столь важно, не столь критично. Дальше, потом смотрите, что мы делаем. Где наша башня Тесла? Берем ее.
сюда, сюда. Затея у нас какая? Они идут сюда, в любом случае идут сюда. Так, и отсюда получается тоже вроде как идут сюда. И тут их должны доставать выстрелы наших турелек. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Но и для пущего счастья можно, конечно, всяких капканов наставить. Наверное, стоит этим даже заняться. Ну, блин, гномы опять без дела. Давайте так гномов зашлем что-нибудь рыть. Как бы, что будем еще делать, да, казалось бы. Блин, а? Далеко. Забираем все. Гномы тут отпадают за ненадобностью просто. Тут что? Так, вот там какой-то мифрил. Самое оно для гномов. Вот сюда рыть. Давайте разведку дальше производить. Пошел процесс. Хорошо. И у нас по технологиям, в принципе, все неплохо довольно-таки. Почему-то высшая магия еще не открыта. Хотя вот золото у меня уже вроде как на поток. Доспехи тут должны производиться. Серебро. Так, воины в серебре. Пошли воины в золоте. Некая часть. Ты в серебре, в золоте. Так. Стальная броня у нас 14, а такая броня хитиновая 11. Поэтому понятно, что надо в сталь тоже одеть. Так, отлично. Ну, в общем, надо ботинки, шлемы и все в таком духе. А вот эту часть, которая нам уже не нужна, можно разбирать смело. Вот, типа вот этого вот. Ну, тут хитин один сплошной. Железяки. Вот это тут полезные, конечно, вещи. Можем золотые ботиночки, к примеру. Шкура у нас в достатке. Сколько их надо? Ну, давайте 8 для разгона. Там еще у нас мифрил подоспеет. С мифрилом у нас... пока что неплохо все, но это пока что. Там опять же будет видно. И вот эту вот великую ловушку надо достроить. Так, они типа работают, что ли, так? Ха-ха-ха-хи-хи стоят там. Кстати, вот для красоты... так, тоже нет. И что-то получается, что мне тут некуда их для красоты впихнуть. Бесполезные. Вот сюда хотя бы. Ладно, хоть как-то разукрасит интерьер этот. А тут мы тем временем все-таки капканов сделаем. И воткнем. Сюда воткнем, сюда надо бы воткнуть. Тут немножечко, конечно, несимметрично вышло, но в целом сойдет. Да, у нас еще есть лифт. Лифт, правда, пока что один. Надо еще вот здесь, наверное, что-то делать. Ну а с комфортом все относительно неплохо. Тут разные картины у нас появились. Здесь еще что-нибудь сейчас поставим. А вот еды нету, да? Отлично. И внезапно. Так, что у нас по еде? Пироги вот есть, к примеру. Вот, грибы какие-то есть. Давайте, у нас тут гурманы водятся, поэтому сразу и того положим. Вот такая вот горень. Нифига себе тут горище. Как бы, ешь не хочу. Хорошо, на этом пока что. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. Увидимся в следующих сериях.
Всем всего хорошего. Пока-пока.